Я иду в магазин. Бери только самое необходимое. У нас бабло на исходе. На кого я похож? Я же не могу копаться в чужих личных вещах. Закрыт? Да, и причем надежно. У меня есть кузен. Был кузен. Вы не могли бы смотреть на дорогу? Ах, да. У меня полно червей. Прошу прощения. Так магазин назовем. Прощай, любимая. Задержите самолет. Сэр, туда нельзя. Все в порядке. Я водитель лимузина. Там двое. У одного пушка. Ты за газ заплатил? Брось соль через правое плечо. Это что такое? А ты трус, оказывается. Освободи телефон. Освободи телефон. Мак! Хотите услышать самый противный звук в мире? Ребята, ребята! Ты водишь. Ты водишь. Ты водишь. Вне игры. Выключаю вне игры. Ллойд, Ллойд. Ллойд. Ребята, хорош. Не волнуйся, я умею оказывать первую помощь. Я принесу таблетки. Это был прикол. Язва. Счет, пожалуйста. Но мне надо. Что делать? Отлей в пустую бутылку, сзади валяются. И эту держи. Скорее, я ее почти наполнил. Ты что, верблюд, что ли? Сверните на обочину и остановитесь. Лыжи? Да. Ваши? Ага. Да. Обе? Да. Ради бога, давай этот чертов номер. Будешь так психовать, номера не получишь. Если хочешь настоящей мужской любви, будь здесь 25 марта в 2:15. Ты проехал шестую часть пути не в ту сторону. Откуда у тебя эта штука? Выменил у какого-то парнишки на наш фургон. Ты вдруг выкидываешь что-нибудь вроде этого. И полностью оправдываешься. Ллойд, я не чувствую пальцев. Тогда надевай мои вторые варежки. А то у меня руки вспотели. Боже, посмотри, какая задница. Да. Он культурист, наверное. Ладно, план такой. Возьмем пару баксов, займем из чемоданчика. Все, все, все. Черт. Да. Смокинги у нас уже есть.
Смотрите, иней. Здорово, детишки. Половина чайной ложки для быстрого слабительного эффекта. Туалетом не пользуюсь, он сломан. Слив не работает. Ну, когда-нибудь нам повезет. Нам нужна пара парней, чтобы натирать нас маслом перед каждым конкурсом. Вам повезло. В той стороне, в 3 милях, есть город. Там вы точно найдете пару ребят. Ты понимаешь, что ты сделал? Постойте. Прошу извинить моего друга. Он туповат. Город вон в той стороне. Повезет же тем парням, которые пару месяцев будут путешествовать с такими девушками. Не волнуйся, нам еще повезет. Надо только не прозевать.